Скрючила человека. Локтем. А, больно как. А в ручку? Да. Короче, проснулись. 9:30 где-то, да? Где-то 9, наверное, встали. Хотя малышка уже не разговаривает. Что ты, машинка? Где? Витамин Д, 3 капли. Больше мы ей ничего не даем, да? Все, Эмилина, короче. Все, вот это Эмилина даем. Вообще-то нет. Это все мое. Что, мазюку, да, только осталось? Вот здесь именно. Здесь тоже чуть-чуть. Давай. Сиди. Эми, сиди. Эми. Давай, кушай. Да, о, как. Ничего себе, молодец. Давай. Берешь? Мне почти 2 годика. Я вообще просто в шоке. Чего? Оп. Время завтрака. Ура. Чебендос. Малышка, что там делает? А? Что? Она разбирается в своих. Спасибо большое, Алине. Все очень вкусно и круто. И будем смотреть Лост, а потом собираться в деревню. Другая малышка, это что? Разобрала всю елку. Ой, она взяла. Бандит. Маленький. Бандит. Есть контакт. Бандит. Бандит. Блин. Блин. Так, пойдем. Тебе что, опять блин дать? Между ног все время у нее пролезает цирковая собака. Эми, бери зайку. Бери зайку. Молодец, взяла. А Чипи бандит. Все, сниму. Да, все сниму. Пожалуйста. Ну-ка покажи, что там. Ничего, мы приберемся. Вообще-то все чисто. Эми. Ну куда ты голая пошла? Ну-ка назад, быстро. Алина, что ты сейчас делаешь? Вот это надо дать, все, а все, это Марина, отдаем и все чисто. Давай это... Потом этим заниматься будем. Все, чисто. Так, это хлеб не нужен. Это маме опять. Закрывай, Эмили. Блин, котлету забыла. Е-мое. Ой-ой-ой. Одевай ее. Вон, бери колготочки. Детик. Время уже 12 часов. Не так все просто, надо собрать все. Так почему мы сейчас-то это делаем? Потому что... Где одежда? Я не вижу одежду, малыш. Под столом, как обычно. Я хотела ее надеть. Мы даже Лост не досмотрели. Пол серии посмотрели Лоста только. Все, выехали, короче, в деревуху. Сейчас заехали на почту. Алина побежала получать что-то там. Блин, а где эта квитанция? Это ее, которая вчера. Она взяла или нет? Наверное, она его забыла. Что-то мне подсказывает. Кто-то обнаглел. Ой, хвостнула. Че, квиточек забыла? Ну, бывает, завтра заедем. За правильскую фигу взяли. Едем. Все едем. Время уже сколько? 2 часа. Да, 2 часа. Блин, она не кушала. Алина решила проэкспериментировать и поедет спереди, типа у Эмили весь зад.
Блин, не кушал, все, едем, едем. Где-то еще, сколько еще? Еще минут 30, наверное, до остановок. До остановок минут 30. Таскать вещи, не перетаскать. Мы приехали, бабушка встречает. Баба Тоня. О, ну что? Ну как, куда такая погода, господи. Как дела-то у вас? Ой, и носа не высунешь. Ну да. Бу-бу. Ты готова, Бу-бу? Здравствуйте. Хорошую погоду. Пойдем. Блин, что у тебя тут? Здравствуй, милая. Дай мне. Ой, мы с Эмили поехали. Бабушка с двумя палками. Вот почему. Вот почему ты с двумя палками. Я поэтому с двумя палками хожу. Да. Нюша, вот это собака, да? Показать тебе щепендоса, Нюша. Ой, господи, не надо на меня лапами своими чистыми. Это Харя. Все, сиди. Я пойду за сумки. Что-то камера перестала переходить в ночной режим. Постучать ее. Замерзла, Маш. Причем в настройках там нету. Как назло. Как назло, в настройках нет ночного режима вообще никакого. Вот, как вид с той камеры. Если не поленюсь, подставлю. Давай. Лисичка села. Посидит. Вода работает, говорю. Алёшка недавно был, наверное, да? Ну, конечно, все, Алёшка налаживает. Налаживает. Мамку любит, не бросает. Где? Главное. Да? О, села. Давай. У вас коврик новый, да? Да, вот на Алёшке не подарил. Алёша любит ее. Алёша любит меня. Я думала, никакой стульчика летит. Господи, ладно. У нас дома строго. Ест только в стульчике. Ой-ой. И только сидя. В стульчике. Надо было сказать, я бы заранее не принесла. Он же ледяной. А Алёшка уехал и не унес, да? Я смотрю. Не унес, да. Смотрю, я стоит. Два дня в него спотыкалась, потом, когда убираться начала, вынесла его. Как кукуруза. Не пойму ничего. Я не давала. Она. Там мешок лежит. Серёжка целую покупал. Она в эту кукурузу влезла, нажралась её. Пока гуляли, она несколько раз присела, блин, и голой кукурузой, не переваривает. Какой Эмили, чечевица. Да, ну, ничего не переваривается вообще. Это вот, нормально. Значит, не надо, значит, нельзя. Смысл не переваривается, если, значит, не поступает в организм ничего. Вспоминает, она уже что-то помнит. Она. Ну, давно не была. Помнит, конечно, полгода, да? Ну, нет, вы, наверное, в августе или в сентябре последний раз были, да? Ну, в августе, наверное. А горох можно есть? Ой, ну, пишут, что тоже нежелательно, но я все-таки чуть-чуть добавляю. Да. Не всегда. Бать, чай налить? Чай! Да. Чай! Да пригодится. Чай налить? Ой, ты маленький. Ой. Чай налить? Чай! Ой, не надо. А я попью. Да? Я не понял. Чего? Да, я же его ставил. Холодный? Да. Ты, маленькая, упадешь бомбом. Или Милька, ты так шагаешь конкретно смело. Ой, она вспомнила. Это не просто так она вот идет, и как бы она уже знает, а где она. А, вот. Я его подошел, потрогал. Заболтался. Да, нажал. Собачка. Все, выехали мы обратно в город. На дороге кошмар, что творится. А малышка засыпает. На, подсыпай. Все,
все, мы пришли домой. Вот эта вот собака тут натворила дело. Уже прибрали все, почти все. И думаем, как бы нам закрыть от нее Эмили. Ты что делаешь? Она, короче, залезает к ней в домик. Тут все было перегорожено, но она все равно залезает, ворует книжки. Там ворует книжки, грызет их. Вот такие вот погрызанные книжки у нас получаются. Купила вот такую наклеечку, ёлочку. О, класс, ёлочка. Мне вот это нравится домик. Ага, хорошо. Ты куда это? Давай вот сюда, да. Прям кайф. Ага. Что-то у камер батарейки начали садиться. Ну, еще, конечно, три в запасе есть. Поэтому, думаю, справимся. Такой вот бардак у нас тут находится. А еще под диваном ужас тихий. Я думаю, знаешь, что верхний шкафчик я, наверное, не буду весь занимать одеждой, а только часть. Нет, криво. Да, 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 да. Вот, да, 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 нормально. Нормально, пойдет. Красота, мне нравится. Нет, кайф, да, вообще классно. Кто-то бананы купил. Или Дел. А, не, не Или Дел. Для ног. Антигрипповый. Экзодрил. Экзодрил. Кстати, осталось что-то. Ой, да перестань. Ну, нормально. Ну, лучше для профилактики сейчас все равно помазать купить. Кому помазать? Ты что, не понял, если в машине говорили? Я думал, ты мамке хочешь купить. Экзодерил. Крем. Мама твоя чем-то мажет, неважно. Надо малышку сама. Неважно. Ну, как бы она сама с этим разбирается. Она не просит ничего, не помощи. А у малышки, может быть, опять... А мама тебе сказала, что у нее? Да. Или ты сама увидела? Она сказала. Мама сказала... Нет, тут-то. А почему нет? Ну, что ты меня палишь? Всю правду. Всю правду. Перестань. Да, значит, вот, значит, рассказывай. Ну, мама ей сказала, типа, то, что у нее, короче, это... На пальчике грибок какой-то вырос. Подосиновик. Вот, и, короче, ну, Алина мне это сказала, говорит, типа, надо будет купить крем и помазать. Типа, ну, ладно, типа, давай купим, типа, в следующий раз, типа, поедем, короче, типа, в деревню и закинем. Типа. И закинем мамке крем этот. А сейчас выясняется, вот только что на кухне, то, что нифига, это, оказывается, не мамке, а малышке надо крем было потому купить. Потому что набегала там босиком. Ну, и как бы непонятно, откуда у нее до этого было, выходит. Значит, надо профилактику провести. Правильно? Можно. Еще вот эта ватрушка, она без коробки даже? Да. Странно. Блин, а как ее дарить? Ну, только подарим. Какая разница? В этой упаковке, да? Да, я же не виновата. Эй! Кто-то пьет. Разные Здесь масла. Кто-нибудь пьет? Разные масла для личика, там, миндальные, короче. Короче, как вы поняли, пришел Озон в наш дом. Эмили! Вот надо. Ей водичкой побаловаться прям вообще. Она тут, уже захлебнулась, блин. Мы испугались, блин, соскочили, а она, ну, глоток, видимо, большой сделала. Эмили, яблочко кушаем, да? Какой это цвет, Эмили? Зелёный. Нет, еще раз. Какой? Зелёный. Эмили, а это какой? А это какой? Зелёный. Желтый. А это какой? Зелёный. Зелёный. Красный, вот, правильно. Молодец. Красный. Дам. Да, молодец. Продолжай. С Алиной посмотрели серию Лоста. Сейчас будем готовиться ко сну. Ты кушай, яблочко, кушай. Кушай, кушай. Все, все улеглись спать. Опять говорю потихонечку. Блин, вот в комнате прохладно. Ну еще бы. Кто-то проветривал, а я сейчас замерзать буду. Эта лоджия, она как бы должна быть отдельно, тут должна быть дверь.
Но ее как бы совместили, утеплили, как мы видим по полу приподнятому. И за счет того, что здесь много окон получается, да, так как это лоджия, логика, то ну, здесь прохладно, а батареи нету. Батарея вот только дополнительная, еще одна висит здесь. И это стандартно было. То есть, ну это не хватает вообще. И здесь и так прохладно. А сейчас еще окно было приоткрыто. Я сейчас вообще-то офигею. Итак, я вам прикрепляю скриншот вот здесь. Как я и говорил, завтра, а то есть уже сегодня, не приедет крепеж по Wildberries. За это я не люблю Wildberries. Если я заказываю на Озоне или на Яндекс.Маркете, там указана дата, и в эту дату все и приезжает. На Wildberries никогда этого не бывает. А еще у меня наушники шли, которые должны были прийти через 2 дня, они мне шли почти месяц. Сейчас, короче, я буду заниматься переносом канала, потому что я подумал, это, в принципе, подходит под категорию канала Family Life, то, чем мы занимаемся, потому что мы с Алиной снимаем вместе, и, в принципе, это наша история. Эти видосы вы уже, по ходу, смотрите именно на нем. А тот видос, еще только первый, который я загрузил на Викиум блогер, с него это надо, короче, удалить, чтобы там не было, и загрузить на другой канал. И уже дальше загружать только сюда. И да, еще один важный момент. Время у нас, ну вот по камере, 23:49, да, почти 12 часов уже. И я вот только что подошел к компу. Я только сел за комп. И то, наверное, завтра Алина обидится, то, что я с ней спать не лег, а то, что я пошел к компу. Ну, блин, ну я вообще ничего не делаю у компа. И вроде бы она меня понимает, спасибо ей за это. Но иногда, конечно... Не до конца. С деревни мы вернулись где-то в 7:30 примерно. И вот все это время мы что-то делали, так сказать, помогали друг другу, да, там, меняли друг друга, там что-то с малышкой. Ну, вы вот видели, да, часть этого. Малышка ворочается. Надо закругляться уже, блин, потому что я болтаю, тут, может быть, им слышно. Может, я их бужу. То есть часть этого вы могли видеть, как бы, то там ужин готовили, то там... Пол серии посмотрели. Lost. И бац, уже 12. Как? Ну, короче, все, я тогда прощаюсь, потому что сейчас уже проставляют тайм-коды, и время уже 1:00. А мне надо слить еще материалы и сделать этот ролик. Поэтому до завтра. Подпишитесь.